Ночь на 4 февраля 2019 года. В микрорайоне Куктал столицы в результате пожара во Времянке сгорели 5 детей из одной семьи. Старшей сестер было 12 лет, младшей – 10 месяцев. Не гордо был балар, не гордо. Аллай, Аллай, черный маечки, дай бы так отдай. После похорон в Казахстане начались протесты многодетных матерей. Пока жаңа үйлері жоқ, аналарға үй бермегенше, үлгі пособия көтермегенше, осылай шеру жалғастыра береміз, жалғастыра береміз, жалғастыра береміз. Уже ел әбден тойды. Акции протеста многодетных матерей начались в Нур-Султане. Они охватили и другие регионы. Жители Алматы, Шымкента, Ахтюбе, Караганды, Кызылорды приходили в акиматы и выдвигали требования. 21 февраля, по мере нарастания недовольства матерей, тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство в отставку, заявив, что оно не справилось с задачами. 27 февраля Назарбаев предложил повысить социальные выплаты нуждающимся семьям. Позднее, 19 марта, он досрочно сложил свои президентские полномочия. Казахстан Республикасы президентының өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. 4 апреля новый президент, ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, подписал закон о социальном обеспечении многодетных семей. Принесли мне, сказали, документы не все в порядке. Документы спит, спитганс, документ динанс. В законе говорится, что на каждого ребенка из социально уязвимой семьи полагается выплата – 20 789 тенге. Несмотря на принятие закона, протесты женщин не прекращались. Многодетные матери неоднократно собирались перед акиматами, министерствами в столице, чтобы высказать свои жалобы. Большинство требовали решить жилищный вопрос. Женщины, не поверившие заверениям акимов и министров, 16 мая собрались перед зданием Конгресс-холла в столице, где проходил экономический форум с участием бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Стоя за оградой, женщины скандировали свои требования. Билер, карасумен, каранан, джебутр. Он, елбасы, племекен, білмейд, иткен, онын карны ток. Ни Назарбаев, ни Токаев не вышли к протестующим. На встречу с жителями пришли тогдашний министр труда Бердібек Сапарбаев и на тот момент аким столицы Бахыт Султанов. 3 июня, за несколько дней до президентских выборов, около 50 женщин собрались перед Акордой. Они просили выйти президента и премьер-министра. Те не вышли. Свой митинг в одно время с многодетными матерями провела партия «Нур Отан» с участием депутатов, поэтов и писателей. «Құдай-ау, 21 августа бывший президент Нурсултан Назарбаев на заседании политсовета партии Нур Отан раскритиковал тех, кто требует усиления социальной поддержки. Жұмысы жоққа микрокредит берді, ал екі сиыр сатып алды, өзің дастыра. Артық сүтті сатып, ақша тап. Агрудыңды ек, тамағыңды таптық, қалғанын базарға апарып сат. Білімнің далды, үште. Өзіміздің балдарымызбен қазір көшеді қаңғырып жүрміз да. Біз қалай қай жерге сиыр асыраймыз сонда? Қарапайым халық сияқты 70 мың, 80 мың зарплатаға отырса, көрер едім солай сайрағандарын. После этого людей, обращающихся за социальной помощью, некоторые стали называть иждивенцами. Высказывание депутата Башко вызвало недовольство среди многодетных женщин. Людям, которым оказывают социальную поддержку, следует встать на колени и поблагодарить государство, сказал он. Башко Мырзан айтқаны бізге бәрімізді многодетный дарды малдар деп санавады. Не үшін не істеді айтыңызшы? Осы уақытқа дейін бірдеме істеді ма?
26 июня президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать задолженность по кредитам малообеспеченным в пределах 300 тысяч тенге. На разовую акцию из бюджета было выделено 106 миллиардов тенге. Долги по кредитам списали чуть более полумиллиона человек. В целях обеспечения жильем многодетным была принята программа «Бакытты отбасы». Однако жители жаловались на сложности с получением жилья по программе. Последние месяцы после проверки местных властей некоторые жители, у которых доходы оказались выше необходимого минимума, были вынуждены вернуть полученную адресную социальную помощь. С 2020 года многодетные семьи ждут выплаты по новой схеме. Пособия от 42 до 73 тысяч тенге будут выдавать независимо от доходов семьи. Примерно по 10 тысяч тенге на каждого ребенка. Если сумма доходов многодетной семьи будет ниже черты бедности, то многодетная семья будет получать и адресную социальную помощь. Эксперты полагают, что трагедия одной семьи, обнажившая скопившиеся проблемы социальной сферы страны, вылилась впоследствии в протесты.